Привет всем, кто не спит. Сейчас мы проведем жеребьевку второго турнира по мини-футболу имени Федора Емельяненко. Для начала мы скидаем из первой корзин команды, которые будут составлены, исходя из рейтинга первого турнира. Ну а потом уже возьмемся за всех остальных. В первой корзине у нас Дюжина, Сент-Гелен, Эрбофанс и Алкалес. Они будут первые в очереди. Я вытаскиваю по очереди команды и добавляю, соответственно, в группы А, Б, С и Д. Тем самым пытаемся раскидать сильные команды по разным группам. Группа А. СГ. Значит, маски ни черта не видно. В группу Б попадает команда Дюжина. Группа С. Эрбофанс. Ну и группа Д, естественно, Алкалес остается. Вторая корзина, Unity, около спорт, около футбол, видеоредакторы, финалист прошлогоднего розыгрыша лиги силовых и команда ФК ЗОЖ, который является победителем турнира Секлесия Форум Фанатикру. Это группа А. Юнити. Группа Б. Фоказов. С. Около спорта, около футбол. Ну и группа Д. На видеоредактор. Все, остальные команды я запихивать в эти шарики не буду, поэтому мы их убираем. Слишком долго. В следующий раз надо помощника брать. Складывай бумажки. Есть желающие?
Ну что, начнем с группы А. Big Brothers попадает в компанию Кьюнити и СГ. Группа Б. Ровный. Группа С. Лудари. Группа Д. Шпротерс. Группа А. Слоны. Что это? Оттуда выпал. Да надо еще. Фанатик Ру форм. Группа С. Барагос фильм. Группа Д. БВП. Снежинка попадает в группу А. Группа Б. Перед летом. Интересное название. Группа С. Русич. Брустайл попадает в группу Б. Остается по две команды в каждой группе. Пока вроде все ровно. Бороться могут все. Окахолс попадает в группу А. Я думаю, сейчас некоторые обрадуются. Группа Б. Клетка. Группа С. Кресель. Один клуб в группу Б. Мы по последней команде сейчас разыграем. Группа А. Блицкриг. Почему-то ХК. Группу Б. Тимворк. Группа С.
62 АК. Ну и группа ДЭК у нас там осталась. ПГАЗ, да. ПГАЗ ГУПД. На этом все. Спасибо всем, кто досмотрел это шоу, эту жеребьевку. До встречи на футбольных полях. Не опаздывайте, приезжайте в 9 утра. Всем спорта.